Недавно я наткнулась на ужасающую статистику, где приводилось, что 95% россиян страдают хроническим стрессом, который в дальнейшем приводит к нервным срывам и болезням. И многие из опрошенных борются с этим недугом с помощью антидепрессантов. Так, стоп, никаких таблеток. Прямо сейчас на своем примере я расскажу вам и покажу, как совершенно безвредно для своего организма справиться со стрессом. Это программа «Соня может». Не переключайтесь. Итак, начну, пожалуй, с самого, на мой взгляд, захватывающего. И для этого мне понадобится вот такой милый красный чемоданчик, глядя на который вы ни за что не догадаетесь, с помощью чего я сейчас буду снимать стресс. Дам две подсказки. Для этого мне понадобится мужчина, и это будет достаточно громко. Дорогие мужчины, если вы думаете, что девочкам огнестрельное оружие неинтересно, то вы заблуждаетесь. В глубине души каждый из нас мечтает как следует пальнуть из пистолета. И сегодня я приехала в стрелковый клуб, чтобы обучиться азам этого мастерства. Мой инструктор – многократный чемпион Алтайского края по практической стрельбе из пистолета и призер чемпионата Сибирского федерального округа Алексей Воробьев. И первое, с чего мы начинаем мое обучение, так это с инструкции по технике безопасности. Значит, запоминай первое. Оружие убивает. Ты с ним обращаешься всегда как с заряженным. То есть не направляешь ствол, куда не собираешься стрелять, не в сторону красивого инструктора, только в сторону мишени. Стрельба – это спорт ленивых. Чем меньше ты напрягаешься, тем лучше и точнее ты стреляешь. Я его всю жизнь искала, этот спорт. Ты его нашла. Раньше мне казалось, что прийти пострелять – это намного проще. Приехал в стрелковый клуб, заплатил денег, тебе дали пистолет уже с патронами и показали пальцем, в какую сторону стрелять. Но на деле оказалось все намного интереснее. Мне показали, как правильно стоять, как снаряжать магазины патронами. И теперь я даже знаю, что такое альфа, чарли и дельта. Это зона на мишени, где альфа – это центр. Попасть в альфу – значит попасть в яблочко. У тебя будут мышцы работать, те, которые вообще в стрельбе не нужны. То есть ты будешь напрягаться, ты будешь очень сильно, скажем так, психовать, волноваться. Ты там начнешь, адреналин у тебя попрет. Поэтому постарайся, не знаю, так в какой-то дзен впасть, это самое, успокоиться. Алексей, я за этим к вам и пришла. Словить дзен и не терять его как можно дольше – моя цель. Кстати, одна из самых сложных стрельб, самая, наверное, сложная стрельба – это пистолет все-таки. Ствол короткий, любое неверное движение придет к тому, что ты никуда не попадешь просто. Можно с 10 метров в мишень не попасть. Все, что в кино показывают, все это… Все правда. Итак, теория получена, и, если честно, мне уже не терпится приступить к практике. Ну а теперь зарядить, приготовиться. Вот, о, это было неэффектно. Давайте еще раз. О, мы сейчас прям выстрелим? Мы сейчас прямо выстрелим, да. И желательно в мишень. Блин. Ой, мне жарко становится. Так, готовы все? Раз, два, три. О, боже. Так, теперь палец со спуска убрала, подтянула к себе. Твою за ногу. Ой. Вот смотри. Там две дырки. Да ты что? Да ладно, я два раза попала. Поехали.
Вы смотрите, я прям созвездие выстрелила. Это же ковш, да? Ну давай, там еще пару звезд не хватает. Класс. О, вы видели? Что? Что-то вот здесь пролетело. Это гильза, Соня. А, это гильза? Да. То есть она всегда тут летала? Да. Слушайте, как руки устают. У меня уже мышцы устали. А это я еще на тренировке хожу. Класс. Пойдем учиться заклеивать мишени теперь. Заклеивать? Да. Их надо заклеивать? Да. Ну, во-первых, нам нужно посмотреть, куда я попала. А во-вторых, мишени заклеивают в целях экономии. Мишень заклеена, и я думала, мы на этом уже и закончим, но нет. Меня ждала стрельба по попперам. Я даже знаю, какая у вас сейчас возникла картинка в голове. Вынуждена вас разочаровать. Поппер – это металлическая мишень, которая падает, когда в нее попадаешь. Ну, давайте попробуем. Я тут очень много женщин щупаю, как врач. Сейчас после этой фразы, знаете, сколько женщин к вам поедет? Это вряд ли. Меня все боятся почему-то. Все, палец на спусковой крючок, прицелилась и плавно протянула спуск. Тихо! Отлично. Хорошо. Так, Соня, давай, давай. Отлично. 4 из 4. Слушайте, может, это реально мой вид спорта? Видел, ты видел? Как вы заметили, у меня уже гордости полные штаны, но это еще не все. Самый сложный элемент – нужно попасть в поппер и затем попасть в движущуюся мишень. Пойдемте смотреть, быстрее, побежали. Ну, гляньте, 3 попадания из 4. Так, Алексей, ну давайте, скажите рецензию моего сегодняшнего занятия. Есть у меня потенциал? Соня, для первого раза вы были великолепны. Спасибо! Когда я сюда ехала, думала, ну хотя бы разочек попасть, ну чтоб не опозориться. А у меня 10 из 10 попаданий в мишень, 4 из 4 попадания в поппер и 3 попадания из 4 в движущуюся мишень. Друзья, я хочу сказать, что это мега круто, и мне кажется, что у меня появилось новое увлечение. Со 100% уверенностью могу сказать, что я обязательно сюда еще вернусь. Это как раз та история, когда хочется возвращаться и вновь переживать эти эмоции. Класс, я очень довольна. Один из самых легких способов расслабиться – это сходить на массаж. Ну и капитан очевидности, Соня, наверное, вы сейчас подумали, решила удивить нас массажем. Но, друзья, не торопитесь с выводом. Об обычном массаже речь сегодня не зайдет. Сейчас я расскажу вам про вид массажа, не самый распространенный в нашей стране, но очень популярный в Юго-Восточной Азии. Делается он с помощью поющих чаш и называется виброакустический. И прежде чем я испытаю его на себе, позвольте представить мастера. Алиса Корт – сертифицированный специалист по виброакустическому массажу, которым она занимается уже 8 лет. Что происходит на физическом уровне с человеком во время звуковой ванны? Ну, первое – это, как я уже сказала, расслабление, да? Угу. Второе – вот представь, когда мы делаем массаж руками, все-таки звуковая ванна – это виброакустический массаж. Вот мы когда делаем массаж руками, да, то есть мы… можем фасции маленечко протянуть, можем мышцы промять, вот. Но мы никогда не достанем рукой мозг костей. Угу. Чаши, благодаря всепроникающей вибрации, достают до мозга костей. Угу. И за счет этого, вот представь, все жидкости организма структурируются, вибрация проникает во все ткани организма. И естественно, то есть организм за счет такого воздействия масштабного на все системы расслабляется, оздоравливается, одновременно все, что нужно, приходит в тонус, да, вот, из интересных эффектов, которые видимы, то есть это такой лифтинг лица. Когда... У нас два в одном, то есть не только релакс, но еще и бьюти-процедура. Да. Ну что, начинаем? Нам очень повезло с погодой, поэтому сеанс виброакустического массажа мы проводим на свежем воздухе на уютной лужайке. Алиса создала вокруг меня звуковую ванну,
Моя задача – просто расслабиться на ближайшие полтора часа и постараться максимально отключить голову и наслаждаться звуками. Этот вид массажа обеспечивает хороший лимфодренаж, улучшает кровоток, восстанавливает функции органов, снимает напряжение, гармонизирует нервную систему и улучшает сон. Слушайте, мне кажется, меня прям это расплющило по поляне. Я как будто с ней слилась. И вот этот вот звук пронизывающий, конечно, со всех сторон. Я как после глубокого сна. Не могу так сразу собраться с мыслями и описать вам свое состояние. Нужно прийти в себя, полежать несколько минуточек. Андрей, побей меня по щекам, чтобы я проснулась. Не, не могу. Ощущения очень интересные. Где-то в теле было щекотно, где-то приятно. Местами чувствовала, как мощно пронизывала мой мозг этими волнами. Но в целом расслабиться мне удалось. Массаж поющими чашами был прекрасен. Особенно в сочетании с природой, когда ты лежишь на свежем воздухе, светит солнышко, это прекрасно вдвойне. Не могу на данный момент отследить всю полезность этих вибраций на моем организме, но с уверенностью могу сказать, что это дает возможность расслабиться на 100% и прям куда-то улететь. Поэтому от меня данной терапии лайк. Буду с вами откровенна. Я сегодня спала очень плохо, потому что знала, что меня ждет. Вот знаете, я могу прыгнуть с парашютом, сигануть с тарзанки, выпить в Азии змеиную кровь или съесть жареного кузнечика, но я очень боюсь какой-либо физической боли. И сегодня меня ждет настоящее испытание. Я не знаю, получится у меня или нет, но я попробую. Все, хватит тянуть резину, быстрее начнем, быстрее закончим. Погнали! Не буду затягивать с интригой. Я встаю на гвозди. Вернее, я попытаюсь встать на гвозди. И поможет мне в этом автор метода по активации подсознания на гвоздях Аксинья Сокол. Где-то месяц назад я попыталась встать на гвозди, меня хватило на секунд 7, наверное. Это максимум. Все, я потом сбежала, сказала, да ну нафиг, чтобы я еще повторила такой опыт. И тут... Здрасте. Сегодня я встану на гвозди. Так, для чего, зачем, почему, зачем людям это вообще нужно? Кто придумал эту практику? То, что ты сегодня волновалась, это показатель того, как устроен твой ум. То есть еще ничего не произошло, ты еще не встала второй раз, да, отталкиваясь от предыдущего опыта. Твой ум сформировал заведомо ложную информацию. Он тебе дал эффект страха. Твой ум отталкивается от предыдущего опыта, что очень неверно. Значит, мне нужно его забыть, попытаться выкинуть из головы, и сегодня все как с чистого листа. Как это помогает справиться со стрессом? Когда мы встаем на гвозди, сразу в организме тело вырабатывает три важных нейрогормона. Идет адреналин, выработка адреналина. Он у меня уже начался с утра. Да, я вижу. Плюс к этому вырабатываются эндорфины, которые чуть-чуть тебя обезболивают и дают эффект эйфории, когда ты наполняешься таким... Ну, это будет позже, после того, как ты пройдешь боль, ты почувствуешь кайф. И в конце выработается третий важный нейрогормон, это серотонин. Это когда мы... Это радость, счастье, нет, да? Это нет. Когда мы достигаем успеха, результата. То есть, когда гордишься собой, я смогла. Все эти гормоны, они... подавляют излишний кортизол, который ежедневно у нас вырабатывается в организме. Кортизол – гормон стресса. Соответственно, это антистрессовая терапия. Так, ну что, начнем. Я готова и для начала разуваюсь. Да, заземлись чуть-чуть. Походить босичком. Походи босичком. По полянке, по травке. Я с тобой вместе присоединюсь к этому процессу. Ой, как приятненько, как хорошо. Давай снимем с тебя лишний стресс, лишние мысли. Это балийские масла. Прям разотри хорошо. Прям умойся. Умойся, смой с себя весь излишний страх, да, мысли. Все, что ты там себе сегодня придумала, как оно должно быть. Я сейчас быстренько, аккуратненько окурю твои стопы. Ты, кстати, слышала, что в наших ступнях наша вся карма. Поэтому нам очень полезно босиком ходить.
поэтому нам очень полезно стоять на гвоздях. Еще есть такое предположение, что на гвоздях чистится наша карма. Все, да. Погнали? Делаешь глубокий вдох, обязательно смотришь, куда ты встаешь, на выдохе подставляешь левую ногу. И тут же ставишь правую. И начинаешь дышать. Оп, умничка. Все хорошо. Хороший выдох. Вдох, выдох. Ох, друзья, это не муляж. Это действительно очень острые гвозди, и поначалу это правда больно. То, что я так спокойно на них встала, это благодаря моему настрою. Без него вставать на гвозди адски больно. А вот когда ты настроишься и будешь понимать, как отвлечь свое внимание от боли в ногах, тогда можно пробовать. И желательно проходить такую практику в сопровождении мастера. Лично мне поддержка Аксинии очень помогла, чтобы не запаниковать и не соскочить с этого эксперимента над собой. Сейчас мне необходимо максимально отвлечь свое внимание от гвоздей. Дышать, разминать руки, плечи, вдыхать аромат масла, отвлекаться на птичек, на ветер, на все что угодно, лишь бы не думать о ступнях. Вы понимаете, как я себе помогаю руками? Да? Я не просто, знаете, тут дирижирую. Да, мне это помогает. Я как будто себя... знаешь, вот какие-то потоки энергии в себе вот так еще с помощью рук активирую, это действительно очень помогает. Я искренне рекомендую хотя бы раз в жизни это испытать. Это невероятный опыт. Да, сначала больно, но потом твой ум перестает обращать внимание на ноги. Ты как будто переходишь на новый уровень, начинаешь замечать другие вещи более четко. Но помимо суметь отвлечься от боли, это еще все-таки и физический массаж сотни точек, которые расположены на наших ступнях. Мне правда очень сложно описать свое состояние словами, поэтому будет возможность, пробуйте. Моя практика подходит к завершению. И мой личный рекорд на сегодня – 17 минут! Офигеть! Соня может! Соня смогла! Простоять на гвоздях 17 минут – это, конечно, хорошо, но вот сойти с них надо тоже очень аккуратно, с любовью, как говорит Аксинья, мягко и с благодарностью. Когда я стояла на гвоздях и ощущала боль, особенно первое время, я была уверена, что когда я с них сойду, в ступнях наступит облегчение, легкость. Но на самом деле я еле как сделала первый шаг. Я как будто заново училась ходить. Это ощущение для меня стало очень неожиданным. Хотелось быстрее сесть и дать отдохнуть уже своим ножкам. Никаких порезов, как вы видите, никакой кровищи, разрезов, ничего нету. Во мне сейчас такая концентрация гормона серотонина. Ой, не могу, опять горжусь собой. Уже второй раз за выпуск. Один из самых распространенных ответов на вопрос, как снять напряжение, в основном люди советуют что-нибудь разбить. Такой, знаете, проверенный дедовский способ. Ну, например, тарелку о стену, и сразу на душе полегчает. Но если вам жалко бить свои любимые родненькие тарелочки дома, то сегодня это можно сделать в специально отведенном месте. В Барнауле открылась первая краш-комната, где можно крушить все. От посуды до телевизора. Зачем это делать? Ответ очевиден. Чтобы снять нервное напряжение. Что чаще всего люди выбирают разбить? Телевизор? Клавиатура, мониторы. А, вот смотри, клавиатура, монитор. Это, видимо, работа, офисные работники. Да, да. Точно, вот она связь. Еще вот этот вот экземпляр очень нравится. Так, а еще, обратите внимание, тут вот целый выбор, чем можно разбить телевизор. Так, то есть мне сейчас нужно сделать выбор, да? Я хочу самую большую кувалду. Кстати, она такая тяжелая. А можно я все испытаю? Вот это сильно легкая. Слушайте, она у вас в деле любимица просто ваших клиентов. Так, ну и молоточки. Так, ну это как-то сильно легко, легко. Нет, я выбираю кувалду. Я хочу что-нибудь разбить кувалдой.
Прежде чем начать крушить предметы, необходимо надеть защитный костюм, перчатки и маску. А у вас чаще девочки или мальчики? Мальчики, девочки. 50 на 50? Да. Серьезно? Я почему-то думала больше парней. А, нет. Готово. Так, с чего мы начнем? Давай я на чем-нибудь разомнусь. Что, клавиатура? Клавиатура. Давай. Клавиатура. А! Ай! У-ху! Ого, слушайте, какая она крепкая. Я думала, она прям сейчас сразу же разлетится, а нет. Посмотрите, как отлетают эти кнопочки. Вы гляньте, что я остановиться не могу. Есть. Самое волнительное. Расфигачить телек. Мне жалко. Почему у меня такое чувство к телевизору? Может, потому что я работаю на телеке? Так, ну ладно, погнали. Ну, кажется, все. Слушайте, с такими крошкомнатами, мне кажется, стрессов не будет. Есть. Так, ну а теперь пройдемся по классике. Разбить посуду. Вот можно представить, например, своего бывшего или бывшую. И... Еще мне очень хочется все-таки использовать вот эту дубинку. Все? Ой, мне кажется, я все выплюснула. Все свое напряжение, все, его нету. Прям чистый лист. Минус клавиатура, телевизор, бокал, бутылка. И я вышла из краш-комнаты новым человеком, который вновь любит весь мир. Чего я вам желаю. На сегодня все. Надеюсь, вы обязательно воспользуетесь моими советами и никогда не узнаете, что такое стресс. С вами была Соня. Пока-пока. Двери стрелкового клуба «Магнум» всегда открыты для всех любителей стрельбы, как опытных стрелков, так и новичков. Здесь есть все для стендовой и практической стрельбы, для проведения спортивных соревнований, а также для корпоративного загородного отдыха. Кафе, беседки, мангальные зоны и уютные гостиничные номера. Клуб «Магнум» расположен от Барнаула всего лишь в 13 километрах в поселке Комсомольский. Присоединяйтесь!